Всем привет! Сегодня я хочу познакомить вас с еще одним современным автором – Робином Шарма. Книги Робина Шарма занимают достойное место в библиотеках топ-менеджеров международных компаний, политических лидеров, выдающихся спортсменов и знаменитостей мирового масштаба. Такая популярность абсолютно оправдана, поскольку автор в своих произведениях дает реальные и действенные советы, применив которые читатель может сразу увидеть качественные изменения в своей жизни. Робин Шарма – канадский автор десятков книг по лидерству, мотивации и развитию личности, изменивших сознание и мировоззрение тысячи людей по всему миру. До того, как стать писателем, Робин строил успешную карьеру адвоката в компании. Осознав однажды, что работа по специальности не является пределом его мечтаний, он оставил практику и решил попробовать свои силы в роли писателя. Так на свет появилась его первая и в какой-то степени автобиографичная книга «Монах, который продал свой Феррари». Эта книга рассказывает об успешном адвокате, чье мировоззрение кардинально изменилось после пережитого духовного кризиса. Справиться с ним ему помогли древние учения и практики, направленные на осознание собственной силы, правильное управление временем, гармонизацию внутреннего состояния и отношения с окружающими. Вдохновившись огромным успехом своей первой книги, Робин в последующие годы написал еще ряд произведений, завоевавших не меньшую популярность у читателей. Работы Робина Шарма позволили читателям переоценить отношение к себе, окружающим людям и миру в целом. Многие из них, вдохновившись примером автора, поняли свое истинное призвание и благодаря этому изменили свою жизнь только к лучшему. Секрет успеха автора прост. В основе всех его книг лежит идея о необходимости постоянного самопознания и самосовершенствования. Не развивая осознанность, не обучаясь и не радуясь жизни, невозможно достичь гармонии с собой и окружающими. Ценность советов автора в их реальности, доступности и практическом применении для каждого. Среди главных мыслей автора можно назвать: «Начинайте день с хорошего». В основе любого продуктивного дня лежит правильно начатое утро. Все успешные люди имеют общую привычку. Они начинают свой день очень рано, посвящая первые часы после пробуждения делам, которые доставляют им удовольствие. Привнесите радость и удовольствие во всем, чем вы занимаетесь. Даже привычная рутина может вызывать приятные эмоции, если вкладывать в нее особый смысл. Учитесь управлять временем. Робин Шарма призывает читателя планировать свой день, грамотно распределяя время не только на рабочие задачи, но и на саморазвитие и общение с близкими родственниками. Концентрируйтесь на главном. Необходимо тренировать умение сосредотачиваться на главном, не отвлекаясь на мелочи. Сохраняя концентрацию в течение долгого времени, вы можете прийти к своим целям в более короткий срок. Вкладывайтесь в других. Все известные предприниматели, построившие свой бизнес с нуля, рано или поздно приходят к выводу, что в жизни важен баланс – брать и отдавать. Чем успешнее и богаче становится человек, тем больше сил, времени, энергии он должен отдавать миру. Сохраняйте равновесие. Умение сохранять равновесие, не поддаваясь панике и стрессу, на первый взгляд кажется сложным для освоения. Но, овладев им однажды, вы сразу почувствуете позитивный эффект во всех сферах жизнедеятельности. Живите как последний раз. Робин Шарма во многих своих книгах предлагает читателю задуматься над тем, что бы они сделали, если бы узнали, что сегодня последний день в их жизни. Какие бы эмоции они испытывали? Радость от счастливо прожитой и наполненной жизни или разочарование от потраченных впустую лет? Изучайте себя. Меняться и менять свою жизнь, по мнению Робина Шарма, никогда не поздно. Чтобы не жалеть о потраченном впустую жизни, следует найти дело, которым вы будете гореть и которое будет вдохновлять вас. Мотивационные авторы не откроют вам великих секретов и тайн. Они лишь напоминают нам о забытых прописных истинах. Умение позитивно мыслить, жить настоящим, находиться в гармонии с собой и окружающими, беречь время, осознавать силу своего ума, быть честными и настоящими – вот те вещи, которые под силу воспитать в себе каждому человеку. Ну а правильная литература – незаменимый помощник в этом. На сегодня у меня все. Оставайтесь с молодежкой.